Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы приготовим десерт, очень подходящий для праздничного новогоднего стола. И будет это медовик, только это будет ленивый медовик, без раскатки коржей, и сделаем мы его в форме рулета. Готовится он совсем несложно. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, мы с вами будем готовить новогодний медовик. Прежде всего, за 2 часа нам нужно отвесить 500 грамм сметаны, чтобы стекла сыворотка и наш крем был густым, а не жидким. Для теста 3 яйца, щепотка соли, 100 грамм сахара. Все при помощи миксера на большой скорости мы взбиваем в пышную побелевшую массу. Добавляем 170 грамм меда, это примерно полстакана. И тоже миксером буквально 1-2 минутки взбиваем до однородности все. 200 грамм муки, чайная ложка без горки соды и 2 столовые ложки крахмала. Все перемешиваем и просеиваем сухие компоненты в нашу яичную смесь. Можно венчиком, можно лопаточкой. Я это делаю миксером. До однородности все перемешиваем. Вот такое тесто по консистенции у нас получается. Похоже, как тесто на оладьи. Противень у меня 30 на 40 сантиметров, стандартный. Я его выстелила пекарской бумагой, выкладываем все тесто и разравниваем ровным слоем. Духовка у меня заранее разогрета 175 градусов. Режим вверх-вниз. Выпекаться наш медовый бисквит будет 10-12 минут. У меня 10 минут он пекся. Проверяем на сухую зубочистку. Все у нас приготовилось. Убираем горячий бисквит с противня, накрываем его сверху чистым листом пекарской бумаги, переворачиваем и с горячего бисквита снимаем аккуратно лист, на котором он пекся. Оставляем остывать. Он остывает очень быстро, буквально 10-15 минут. А пока мы сливаем сыворотку, выкладываем сметану в мисочку, у меня она 15%, добавляем 2 столовые ложки сахарной пудры, и я просто вот венчиком, можно ложкой, все перемешиваю, у нас получается густой крем. Неровные края мы обрезаем, чтобы у нас был ровненький рулет. Обрезки мы будем измельчать. Сверху посыпать будем наш... Посмотрите, какой он упругий у нас бисквит. Я измельчаю обрезки при помощи блендера. Они нам пригодятся. Мы сделаем крошку и обсыпем сверху наш уже свернутый рулет. Вот такая крошка у нас получается. Я отложила 2 столовые ложки крема. Мы будем обмазывать сверху наш рулет. Оставшийся крем мы будем размазывать по всему периметру нашего медового бисквита. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. И при помощи бумаги, вот так помогаем себе пекарской бумагой, сворачиваем рулет. Посмотрите, какой он у нас хороший. Вообще этот бисквит замечательный. Он не ломается, он не трескается. И спокойно можно сворачивать рулет. Он получается аккуратным и красивым. Сверху мы обмазываем наш рулет сметаной, посыпаем крошкой. Перед подачей можно будет украсить ягодами. В общем, на ваш вкус. Украшайте, как вам нравится. И отправляем наш рулет пропитываться хотя бы на 2 часа в холодильник, а лучше на ночь. А перед подачей украсим ягодами. Ну что, наш рулет пропитался. Сейчас вот я отрежу кусочек, и мы будем пробовать наш рулетик. Посмотрите, какой он красивый в разрезе. А посмотрите, какой он мягчайший, он пропитанный. Пробуем. Это очень вкусный медовик. Он нежный, воздушный, чувствуется и мед, и кислинка сметанная. Ну что ж, друзья, а мне остается только поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы ваши праздники были мирные, здоровые, веселые и вкусные.